Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Всем привет! Время 7 утра, я хочу спать. Дело в том, что у меня каникулы, и мы едем в Литву. За всю страну мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Мы уже приехали, получается, мы уже в Литве, заселились в номер. Зеркало. Тут. Мы сейчас пойдем гулять, и я вам покажу сейчас вид из нашего окна. Вон Максима, там разные магазинчики, там еще какой-то Риме, магазин продуктовый. Максима тоже, кстати, продуктовый. Вот такой, короче, вид. Тут куча просто машин. Мы с тобой в Нирване, день и ночь, это между нами. Нирване. Молодость, свобода, это все про нас. За ночь мы сгораем больше сотни раз. Холливуд, вы не ждали, здрасте. Русские идут, так что все, хавайтесь. Смотрите, как тут красиво вообще. Такие люстры прикольные, хотят на люстры, но все равно красиво. Смотрите, какие милашки. У нас таких нету, кстати, в Москве. Вот такие вот. Я себе такого возьму. Мы зашли в кафе, где очень вкусно кормят. И я вот с этой штучкой. Мне ее все-таки купили. Ну вот и все. День удался. Он вышел прикольный. Я уже сейчас лежу в кровати. Чистая. Очень приятно. Завтрак. На завтрак он у нас в нашей гостинице есть. В общем, если вы смотрите это видео вечером, то спокойной вам ночи. И до следующего дня! Всем доброе утро! И сегодня уже следующий день, 5 октября, День учителя. Поздравляю всех-всех-всех учителей с этим праздником. А мы тем временем идем на завтрак. Мы с тобой в Нирване. В общем, мы поели, я сейчас поднимаюсь на шестой этаж. Где мы временно живем. У меня в руках киви. И вот эта штучка. Я не знаю, как открыть киви, но как-то мне его придется съесть. Мы сейчас отдохнули дома и идем гулять в парк. Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Холливуд отдыхает просто. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем. Смотрите, мы приехали. Смотрите. Да, куда-то старейшего. Вот непонятно, это как чё? Крест. А вот это вот здание очень похоже на церковь. Смотрите, сколько. Это же красота! Смотрите, кого мы нашли.
О, господи, это улитка. Да. Что да, я думал, что это прям вообще это. Смотрите, да посмотри, она огромная. Смотри, она огромная. Лапушка. Смотрите, кто ползет. Красавец. А мы тем временем вот так вот поднимаемся. Просто супер. О, бебе. Сейчас мы хотим на ту речку попасть. Но ее и дальше, короче, не видно. Речка там огромная. Я точно не понимаю, что это. Но там как-то вот так. Я не представляю даже, что это такое. Так странно вообще. Здесь как будто жил. Смотрите. Смотри, там шкура какого-то. О, да, барана. Енот какой-то. А здесь что такое? На баню похоже, кстати говоря. Да, кстати, и запах. Да, запах дерева. И видишь, что корыто стоит. Да, разные корыто. Как будто. Да, в самую большую. Да, здесь да, жили. Здесь жили, там работали, а вот там пали. Сюда зайти можно. Смотрите, заходим. Вау. Жалко, что свет нельзя включить. Да, видите, разные шкуры. Печка. Да, это где ели столовая как раз. Стол. Вообще. Главное, смотрите, какой подъем двери маленький. Я даже в него не помещаюсь. Вот. Смотрите. Ой. У меня голова вот так торчит. Я туда не помещаюсь. Вообще. Ну как же вообще не. Ну, жили-то и жили. О, смотрите. Белый, синий, красный. Обалдеть, конечно. Как же раньше жили. Смотрите, как громко закрываются двери. Фу, пипец. Мы пришли к этой речке. Она такая длинная. И я так снимаю, потому что ветер дует в камеру и ничего не слышно. Супер! На уши планету в такт. Мы поднимаем бело-синий-красный флаг. Кто устал, тот и слабак, остановится никак. Да лошги кабак. Сил нет больше, надо бы идти домой спать. Но так будет проще продолжать нам и продолжать. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в небе. День и ночь. Я за это время, как мы были в музее, сняла про вот эту штучку маленький мультик. Мы хотели уйти, как увидели то, что на улице льет просто такой дождь. Это не дождь даже, а ливень. Мы уже сели в машину и сейчас едем в кафе есть кибинай. Да, это очень вкусное литовское блюдо. Если вы будете в Литве, обязательно попробуйте. И ночь, это между нами. Наелись и сейчас едем в торговый центр покупать разные безделушки. Мы зашли в магазин купить такие же штучки моим подругам со школы. И зато мне одного. Зеркало. Сейчас мы едем домой, и я даже очень рада, потому что я ужасно устала. И мне купили еще одного такого малыша, и у меня теперь таких целых два. И у меня есть.
Дело в том, то, что наша карта не открывает наш номер, и мы просто не можем попасть домой. Я уже наконец-то лежу в кровати, очень устала, и завтра мы уезжаем в Москву. Спокойной ночи. Всем привет! Мы уже в Москве, и сегодня 8 октября и воскресенье. У нас не получилось снять, как мы ехали в дороге. К сожалению, оно не записалось, но все равно влог получился длинный. Я надеюсь, он вам понравился. Всем удачи, всем пока!